Earl... Кто-то помнит слова. Ага. Грейс. Грейс из многих сортов чая очень хорошо сделала такой вкусный чай сегодня. Просто какой-то необыкновенный, mm-hmm. действительно. Спасибо, Грейсочка. Пожалуйста. Ты чай любишь. У меня очень много сортов чая дома. Я... Ты очень любишь чаи. Да. Я знаю, ты чаи любишь. What do you think of the pairing of that Earl Grey with the hibiscus? I think it's tasty. Yeah. Матвею тоже нравится. Ага. И мама ей любит чаи всякие. А вот я не чаевница, к сожалению. Ну, может, не к сожалению. Я вот чай... Нет, нет. У меня только утром кофе, и потом простая вода целый день. Все. Вот все мои... А чай мы пьем, ну, очень крайне редко, просто по особым случаям. Я имею в виду... Когда я к вам приезжаю, вы пьете чай. Да, это праздник. It's holiday. А по будням мы пьем чай, ну, просто вот раз, может быть, в 2-3 недели. И все. Ну, вот не чаевники мы. То, что я говорила, в США спирты не такие модные, как коктейлы. И модный очень коктейл, it's особенно зимой, где ты берешь горячий чай обычно или значит, смотри, хорошо, чай, дальше корица, мед. Идеально, чай, корица, мед, лимон, виски. Но... А виски сколько вот на такой чай? Сколько виски? Грамм 50, да? Да, ну шот. Как, это как коктейл. Это как, ага, ага. Это как коктейл. Но это, mm-hmm. но это намного, например, я согласна с этим, это намного приятнее, чем просто виски пить. Да, 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 да. Mm-hmm. Я бы, например, для этого одну порцию просто бы. Ага. А одна порция сколько это? Шот один. Сколько? Граммов. В одной рюмке. Одна рюмка. Одна 30 граммов, наверное. Я не знаю по граммам. Да, да, да. Просто да. Сколько... How many ounces in a shot? How many grams of... It's like 2 ounces in a shot. 2 унции. Матвей в ресторане работает, он ага. знает. Ага, ага. Не знаю, сколько граммов это. Ага. Я думала, 1 унция. Ага, интересно. Чай вкусный. Воды. 3 треть. Извиняюсь, 3/4. А, 3/4. Чашек воды. Ага. 1.5 аунс виски. Между 2 и 3 чайных ложек меда. Ага. На вкус. У нас нету меда. Мы ага. С сахаром коричневым ага. идеально ага. поменяли. Ага. 1 кусок лимона угу. и 1 палочку кариса. Ага. Не пудру, а палочку прям сюда. А что палочку? Можно на нее жевать. Просто для красоты. Но она выделяет можно... что-то, привкус какой-то да, дает. Выделяет, да? И потом можно на нее сосать. И просто ага. вкусно на самом деле. А поверни вот нашу... А, у нас... У тебя в руках. Поверни, что ты... Виски вот этот мы... Виски пьем, да? Мы не рекламируем виски. Нет, это просто мы вот имеем в виду. Окей, я превращаю свой чай в хот-тоди. 1.5 унций. How many ounces is 1.5 ounces? Is this 1.5 ounces? That's probably a little bit more than 1.5 ounces. 5 ounces. Нет. Ounces you have 1.5. 1.5 унции. А, one and a half. Я неровно, это неровно 1.5 унции. Yeah. Ну вот принцип. Okay, yeah. Если okay. ты используешь пудру от корицы, потом mm-hmm. ты пьешь эту пудру, mm-hmm. знаешь, что тебе это нравится в кофе. Yes. Мне это не так идет. А, окей. С палочкой приятный. Ой. Приятный. Ну вот. Дело в том, что видите, вы молодежь больше коктейли пьете. Cocktails. Да. You like cocktails. На спирт меня не тянет, он просто... Ну да, угу. коктейли вкусненькие такие, да, 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 приятненькие. Мы, наше поколение, больше выросло не на коктейлях, а на чистых напитках.
her generation got, for them it was really spirits. It wasn't like, they weren't really cocktail people. Mm. They weren't wine people. She was telling me about, earlier about, погоди, я стараюсь вспомнить, имя напитка вина из кислятина. Ой, гнилушка была. Гнилушка. It's like a really a strong fruit wine made of rotting fruit. That's like extra fruit that they make in the USSR. Я Грейс сегодня про гнилушку рассказывала. Ну, мы думаем про Советский Союз в этом. Да, yes, yes, of course. Мы прощаемся с Россией. Гнилушка, портвейн. И шпирты, и yes, yes, и мини, yes. И чай, и да. Все, что было хорошее про да, Россию. Да, 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 да. Гнилушка и портвейн – это напитки моей молодости, студенческой и так далее. Поэтому это все было. Yes. Студенческая, да. Yes, my student yeah, drinks was a portwein. У нас and... коктейли все, не спирт. У нас была mm-hmm. одна коктейл, которую ты иногда mm-hmm. бы видела в университете, в больших вечеринах. Uh-huh. Называлась сок джунгля. Jungle juice. Ага. Uh-huh. It 40 years later from my student. 40 лет. Yes. 40 yes, лет. Yes. Сок джунгли. Это когда... общежитие, которое делает этот, который хостинг, который у кого дома эта вечеринка происходит. Mm-hmm. Они просто все спирты, которые у них есть, они просто в большой бокал, mm-hmm. В большую кастрюлю, mm-hmm. все выльют, mm-hmm. или в какой-то, знаешь, в какой-то bucket. Yes, yes. Ну, какую-то ёмкость. Да. Да, да, да. И потом туда кидаешь лёд, и всякий фруктовый сок, и сахар, и гейтерейд, и чтоб когда все эти спирты вместе все смешанные, чтоб вкуса просто не было. Ага. И эта идея за jungle juice. А-а-а. Это, как всегда, просто какая-то... Что в этой кастрюле? Это тайна. Никто не скажет. Никто не знает, в первом ага, месте. Ага. Я рекомендую, ну, не знаю, как по вкусу, честно говоря. Но выпить надо не больше стакана. Я просто бы не выпила. Не выпила бы, да. Не. Ну, чуть-чуть. Но вот, но я рассказала про это, чтобы уверить вас, что почему-то большинство времени американские студенты скорее это выпьют, чем просто спирт. Да-да-да-да-да. Mm-hmm. Я... Это как бы страшно, что-то. Я скорее бы из туалета выпила uh-huh. что-то, uh-huh. честно говоря. Потому что все чашками просто туда uh-huh. руками, uh-huh. знаешь, я... Но это существует в американском университете, это... Uh-huh. It's real. It's Columbus University, too! Wow. Особенно там... It's a party school. В Колумбии это как party school, это как там очень party. Like different. Там обожают, там какое хочешь. You mean party, no, like party, communist party. Не, party like вечеринка. Каждые люди, людей рвать может на... No, but... You have to study. You have to go to the, you know, the library. You mm-hmm. have to go to study every day. Play party and then go straight to the library, and then from the library they go to the party. You have to have energy for this. Oh my god. Я не думаю, нужно в первом месте понять, что это не полезно, и никто там не думает, yeah. что полезно, никто не думает, что это им поможет в жизни, никто не идет на вечеринки, потому что они думают, что они не думают там, что I think it's like a step of your life, like a step, да. step by step. Студенты из Колумбии, yeah. они необычные какие-то.
люди, знаешь, они просто как все студенты в мире, они, они там будут пить и будут делать что хочешь, и потом они в библиотеку побегут, и потом они в класс побегут, и потом их будет рвать в каких-то кусты около библиотеки. Знаешь, они им хоть бы что на самом деле. Везде то же самое на самом деле. Да, да, да. Они необычные, они не, они, это не как будто они все такие хорошенькие. Да-да-да-да, то есть, Грейсинг, правильно я понимаю, что надо пройти этот период, но потом... Всем не надо, смотря кто ты, но большинство людей... Ну, кто-то проходит этот период, а потом... Пройдет этот период, и все нормально становится в жизни, правильно? Как бы... Надеюсь. Через это надо пройти, студенческие вот эти вот, все вырываются из дома. Да. Все стараются быть самостоятельными, взрослыми. Проходит этот период, а потом все нормально, жизнь восстанавливается, как бы становится нормальной. В принципе, да, я надеюсь, что большинство людям... Как и у нас было. Мы тоже первый, второй курс, мы тоже поезжали, ездили в колхоз, там у нас колхоз, мы работали. Мы выпивали портвейн, мы пили гнилушку вот эту, мы все это... А потом взрослели, и все это оставалось потом позади, так, и всё, жизнь становилась взрослой уже. Танцируют там в Румынии. Вау. Представляешь, такое внимание? Нужно ли вам билет бесплатный в Америку, пожалуйста? Они грин-карт имеют, а мальчишка-то здесь родился. Очень устроились, хорошо. Говорят, румынские настолько все принимают в семьи, в свои дома, вот беженцы. Там очень много беженцев, уже очень много. Польшу много ушло. Да. Рядом. И вот они в Румынию, там и они близко. А у Магды пока еще там они за Закарпатье с Венгрией рядом. Пока еще не бомбили, говорят, ничего у нас пока еще держится. Есть информация, что с 12 марта в России отключают интернет, и в том числе YouTube. Я не знаю, произойдет это 12 марта, может быть, раньше, может быть, позже. Может быть, сегодня это наша последняя с вами встреча, видео. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Мы с вами подружились, многое обсуждали, спорили, друг другу высказывали приятные слова. Нам было вместе очень интересно, весело, порой грустно, а порой задорно. Было по-всякому. Виртуальная жизнь – это виртуальная жизнь. Она, конечно, тоже нам помогает в жизни, да. Но это не главное. Правда ведь? Да. Будем жить пока... Будем скучать. Будем скучать, да. Пока будем жить каждой своей жизнью, а потом снова будем встречаться и будем вместе. Это все очень-очень временно, поверьте мне. Поверьте нам. Да. Это временно, настанет лучшая жизнь, и все наладится. Да, Грисюш? Да. Целуем вас. Но ненадолго. Да, целую вас, обнимаем, любим вас и ждем лучших времен.